В день города обычные троллейбусы оказались не только средством передвижения, но и стали источником знаний о родном городе. Инициативная молодежь Иваново организовала экскурсию на колесах. По кольцу от площади Пушкина через ЖД вокзал был организован бесплатный экскурсионный рейс. Впервые туристический троллейбус начал колесить по областному центру год назад. Тогда акция оказалась очень популярной, и ее решили повторить. Молодежь решила рассказать Иваново сама история города, родного города, потому что не каждый знает эту историю. Недавно мы проводили игру в колледжах, убедились, что студенты даже наши не все знают о истории. Обычные вопросы простые, они затрудняются ответить. Не все желающие освежить в памяти историю родного города смогли попасть на первый краеведческий рейс. Организаторам акции пришлось устраивать дополнительные экскурсии. Приглашаю вас на экскурсионный троллейбус Иваново. Приходите, заходите, проезд бесплатный. Счастливчики, которым все же достались заветные места в троллейбусе, смогли узнать много нового об основных зданиях и памятниках, которые встречались на протяжении экскурсионного маршрута. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.